прогоняется за этого кролика. Так а если это девочка? Ну жалко же. Жаль, я не могу наклониться, хотела схватить. Ну давай, может, схватим. Представляешь? Иди обгоняй. Может, хороший, ты маленький. Думаешь, это мальчик? Или... Да, может, если это девочка, то зая должен быть, наоборот, радый. Она боится, она, видно, дикая. Обходи, Катя. Иди.